Далеко, далеко собрался. Далеко, далеко. На, вот так вот, ребят. Ну чё ты, чё ты там едешь? Куда? Воу! Бу. Бу. Бу! Ай, да блин! Ещё одно! Всем здарова, дорогие друзья, с вами по-прежнему Оверкус, и мы продолжаем устраивать нереально эпичные, мега-крутые погони в игрушке под названием Брикрикс. Всем здарова, друзьяшки! В общем, ребят, посмотрите, какого чудика мы сегодня добавили. Вот такой вот прикольный, огромный, стреляющий, непонятный чудик будет у нас сегодня сражаться с первой вот такой вот машинкой. Это у нас Жигули, ребят, вот такая вот прикольная тачка. В общем, ребят, в начале серии прям сразу напишите имя для вот этого чудика. Мы с Нейком будем его пока чудиком называть. Но если будет следующая серия, мы сразу выберем подходящее имя из комментариев. Поэтому, ребят, реально напишите имя вот этому парню в комментах, как вы его назовете. Ну что, Ники, кто у нас сегодня будет догонять, то уезжать Давай первым. Я тебя первый буду догонять, потому Окей. что я не помню, когда я последний раз тебя догонял. В позапрошлой серии, я помню. Поехали, все, ребят, погнали, дай мне чуть времени. Мне напоминает чувака, который наелся этой пасты зубной. И у него просто около губ белая паста. А мне кажется, мороженое объелся, братан. И в пломбире весь такой прикольный. Ну, слушайте, все, я поехал, ребят. Не забудьте поставить большой палец вверх, если вам нравятся самые угарные погони в Брикрикс. Что? Нифига! А че он такой мощный? Убить три раза. Ладно, хорошо, давай. Он реально мощный, этот чудик, ребят. Вот это лайк. Рта убегать только так. В смысле рта? Подожди, за угол, быстрее! Аккуратно! Куда я стрельнул? Не знаю, куда ты стрельнул. Нет, я вообще выстрела не видел. Капец. Фух, Некер, ты чё такой опасный чудик, братан? Выстрел был, но я его не видел. Ё-моё, это реально мега опасно, ребят. Некер, смотри, я могу повернуть так вот делать. Нет, фух, хорошо. А что, здание Отлично, а вот так вот, с двух раз, братан, с двух раз. Нормально. Ладно, а ты что, Некер, делаешь? Где ты там? А, я спрятался, братан. Конечно, конечно, я уеду от тебя, потому что этот чудик нереально мощный, братан. Ну, согласись. Блин, я бы тоже убежал. Ну, вот я тебя и уезжаю. Такой подъезд, нет, ты чё? Я бы самый первый бежал дальше всех, ребят. Реально, если бы в реальном мире ко мне подъехал такой чудик, ой, не-не-не. А ты где, братан? Я не понимаю, да, теперь я прям за тобой. Стоп, а у меня сзади есть хвостик какой-нибудь? Да, да, смотри, есть. Смотри, как умею. Вау, а ты чё ускоряешься? Он, ты стреляешь? Нифига себе, братан. Ладно, я... Попал, нифига, да, красавчик. Все, теперь ты меня точно никогда не найдешь, ребят, ну реально. Тебе хана. Да, тебе хана, Некит. Я разгоняю Жигули и еду в соседнее село на дискотеку. Куда там? Да, да, да. У тебя бензин там кончится. Нифига, не надо, пожалуйста, тут врать. Все, я тебе уже... Вот, красава, посиди, отдохни. А я от тебя уеду, а я от тебя уеду. Блин, прикольный, кстати, парк. А как управляется этот, кстати, чудик-то? Нормально вообще? Он нормально такой. Он, правда, медленный немного, но для этого у него существуют пушки. Ну да, на самом деле, как турбоускорители. Да, или так даже, да. Я думал, когда назад ты стреляешь, ты ускоряешься назад. За счет ветра. Так, я не понял, я... О! Пока. Чего пока? О, привет. Ты что здесь делаешь? Вон и назад только... Так ты меня не убьешь. Не убью, ага, сейчас. Да, не убьешь. Понял, ладно. Быстрее! Быстрее! Пока! Давай, пока! Поворачивай, блин! Нет! Кружимся, блядь, гораздо лучше поворота. Быстрее! Нет! Все, брат, ну. Нет! Ладно. Руки вверх. Да, можно я сдамся? Вышел из машины. Ладно, подождите. Сейчас. Сейчас, подожди. Руки вверх. Сейчас, сейчас, руки достану. Документы. Выстрелил. Ладно, ребят, окей, давайте мы поменяемся с Никитосом. Теперь я погоняю на этом чудике. Это не, это какой-то чудик, пожиратель, разрушитель, непонятный. На, получи. Блин, все, я сел. Жигуль очень сильно нравится, он такой красивый. Да, неплохой, слушай, братан. Реально неплохой Жигуль. Все, раз. Блин, было не было. Два. Три. Меняемся обратно. Ладно, ребят, все, Некит, уезжай. Давай, конечно же, это были все приколы. Я поехал, я к бате пойду. А ты готов? Можно уже стрелять, Некит, нет? Нет. А, нельзя, ну ладно. Ты скажешь, когда можно. Все, хорошо. Просто ты у меня был реально под прицелом, братан. Я уже хотел стрелять. Я видел. Ой, куда ты там? Блин, а слушай, а этот вот чудик, пожиратель, убийца, реально прикольно выглядит. Мне еще нравятся его глаза такие. Ё-моё, ребят, посмотрите. Жигуль застрял. Кто бы мог подумать, что он убийственный. В смысле застрял? Надо пользоваться моментом, ребятки. Ты знаешь, где я? Да, знаю. Ты в Лего-Сити.
Ладно, я... Чё скажешь, Некит? О! Жигуль застрял! Куда? Куда? Нет, да блин! Я только заднюю передачу воткнул. Ну, Жигуль есть. Специально сделанный, чтобы он очень медленно ехал. Ну, мы специально добавили такой прикольный тач. Я очень далеко, ну как очень далеко. Куда далеко там, нифига ты. Давай, давай, дай. И попробуй сейчас меня найти. Вряд ли у тебя получится на самом деле, потому что я профессиональный. Я проходил обучение по скрытности, и меня мой учитель не нашел. Значит, я скрытный. Все. Нифига ты что придумал, Некий? Ты сам в это поверил вообще? Опа! Что там, чё, учитель это... по скрытности? Некит, у тебя плохой учитель был. Ты знаешь, реально. Нет, это комары это наступает почти. Поехали. Какие комары, Некит? Ты себя сейчас с комаром сравнил или чё? Вот история жизни. Я сегодня сижу такой, отдыхаю. Некит, ты комар. Комар плели... Плелетает? Комар. Плелетает, камал. Ты камал. Камал плелетает. Я тебя не могу найти, комар. Ты где? Опа, направо. Хорошо. А ты где? Ты где, братан? Ну скажи. Я у самого высокого здания. У самого высокого здания. А, вот, вижу. У одного. Это, кстати, самое высокое. Одно из самых высоких. Вижу, вот, давай, теперь направо поворачивай там. Так, а что за подсказки? Мне подсказки не нужны, братан. Я и без подсказок могу. Поворачивай. Ага, лови, лови. Так я тебя видел, Некит, очень давно. В смысле, кого ты видел? Тебя в отражении. Тебя! Ай, блин! Я думал, я на тебя упаду, алё, о, куда ты уехал, нифига Вася? Ты, вот ты дурачок. Ой, тихо. Красава, на. Да, блин! Вместе с зданием, ё-моё! Ну все, осталась одна попытка у тебя. Готовил, блин, для тебя, между прочим, я столько аппаратуры, блин, да, красава, давай уже все, погнали, ты готов, Некит? Все, третья попытка отъезжает меня, и все, и я тебя сейчас догоню, братан. Ломай. Ломай заборы! Ломай! Это что-то изи, Некит. Я даже... Мне жалко, жалко погоди, тебя. Подожди меня, подожди меня. Ладно, жду. Спасибо. Жду. Пока. Давай, давай, давай. Пошли, не поворачивай! Далеко, далеко собрался! Далеко, далеко! На! Я в ровно вот по мне, вот. Блин, с теми патронами. Ну ладно, ребят, сейчас мы добавим новую маленькую машинку и продолжим наши погони. Ну что ж, друзья, мы добавили новую ретро-машину, это уже Жигуль из Америки приехал, и сейчас Краснорочек будет ее догонять. Краснорочек, нифига ты, какое название дал, братан. Стой, она не едет, брат. Вообще, стой, стой. Ой, ну Жигуль из Америки. Погоди, погоди, Некит. Не, а, разгоняется, да, дыма, не, но это так медленно, жесткач, ребят, это просто все, невероятно. Братан, ну я выезжаю на да, охоту, давай, братан. Давай, блин, давай, она нереально давай. Медленно управляется, точнее едет, ребят, это просто а жесть. А километров в час 50, но я не отжимал газ, 60, 70. Ой, она как братан. Бы долго разгоняется, а так, в принципе, тачка, блин, ребят, прикольная. Какие-то проблемы с желторотиком. Какие, какие? Там что-то поворачивается. Какой желторотик? Сам. Недавно краснорочек был. Некий. Блин, ты чё? Ууу, всё понятно. Изменяешь там? Изменяешь там с каким-то желторотиком? Да, всё понятно. Блин, я недавно... Всё ясно. Просто я как бы... Ага, всё понятно. Вот так вот, ребят. Ну чё ты? Чё ты там едешь? Куда? Воу! Воу! Вот это, вот на самом деле, мне очень нравится жесть! Вот этот вот краснорочек тем, что он это стреляет. Классно, ровно, попадает. Он ровно стреляет, да. Да. Так, ну давай, у меня теперь еще я, две я, жизни, прочим, братан. Я, на рандом повернул, давай, братан. Ну, можешь уехать, потому что да, я да. рядом тут был. Конечно, я давай. Уехал. Уезжаю, точнее. Все, все, не-не-не, я поехал, все, пока, ребят. Скажем Никите пока-пока-пока и поедем от него куда-нибудь побыстрее. Сейчас завернем. Как страшно, Некит, когда твой рот смотрит на меня. Это так страшно, ты не представляешь. Ой, блин, нифига, дом разломал или что там. Блин, почему у меня ручник сам ставится, я не понимаю. А это я поставил специально, чтобы тебе сложнее было. А, ясно. Опа, ребят, вон он, желторотик, ой, точнее, красноротик повернул куда-то. А, ясно, ясно. Там желторотиком. Пока, Некит. Пока! Быстрее! 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 Успеть! Да хватит ставиться! Успел! 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 Есть! И опять он поставился. А я спрятался, я спрятался. Ой! Еще может быть овер! Ой-ой-ой-ой-ой! Даже не знаю! Ой-ой-ой-ой! Наверное, он на поезде поехал! Да! Угадал, да, наверное, да, я уехал, да, я такой, я уехал пока. Быстрее! Ну, блин. Быстрее! Разгоняйся! Разгоняйся! Родная! Нет! Пока!
Нифига, ничего, ты меня не убиваешь еще, пока я еще живу, братан, я еще катаюсь. Куда там? Понял. Нет, не попадешь. Не катается он от меня. Я сейчас просто смотри. Проходит 3 секунды, я тебя понимаю. Раз. Я уехал. Да мне ручник ставится, что виноват, что ли? Так, давай. Воу! Нифига как опасно! Воу! Здание, ты чё офигел? Блин, так блин, хватит! Ты чё офигел? Это я ставлю тебе ручник, Никит! Ой, Здание, ты чё вообще делаешь? Кристин Бивер, братан! Офигеть! Ой-ой-ой-ой-ой! Жесткач, Никит! Вот ты опасный чел! А ты где? Ух, всё, пока! Ой, не надо, пожалуйста! Мне так страшно! Назад! Мне так страшно, когда ты близко! Поставился, да что ты будешь делать? Кто ты, какой-то почтальон? Да. Приходит чистый, мне ручники ставят. Слушай, что да, делать? Прикольно, нормально, Никит, нормально. Ребят, ну вы видите, да, я газую со всей дыри, я перегружаю на последней передаче, у меня ставится ручник. Нет, аккуратно. Никит, ты что, слепой? Блин, это не заметил. Вау. Пять ручник, да нет, что, нет, хорошо, Настя, ты не попадаешь. Оу, над головой, фух, не попадешь. А почему над головой? Не попадешь. Ты хватит своим ручником. На, я уехал. Найс. Может, ты меня... Да почему? Я уже все вокруг тебя разрушил, брат. Да, я знаю. А меня нет. Оп, пока. Воу, папа. Ладно, предлагаю поменяться, Никит, до двух, как бы сейчас. Все, давай поменяемся. Я уехал. Все, пока. Почему она не едет? Ладно, давай. Вот. Засчитываем или что? Чё? Чё? Так я тебя убил или нет? Засчитали? Пусть будем засчитывать. Ну ладно, давай, пусть будем засчитываем. Окей, ребят. Так, погоди, я тебе скажу, когда можно... Да. Едь за мной, стой на месте. Давай. Давай. Нельзя так делать, братан, это не по правилу. Уезжай. Ой. Ой, пока. О, подстрелил. Давай, падай, я в полете тебя. Падай, назад нажми. Нет. Не хочу. Ну, пожалуйста. Так красиво. Оно бы так красиво было, братан. О, давай. В полете просто. Но! Ладно, спавнись, короче. Уже без меня. Давай вот чуть-чуть вот сюда отлетим, ты от меня уедешь, и по-нормальному уже погоняемся, ребят. Ну вот, я около города, ближе к яме, вот сюда. Телепортнись прям куда-нибудь вперед, там. Ой, все, поехал. Поехал. Я просто не могу остановиться, братан. Это так смешно, реально. Я вижу, сильно очень нравится. Да, это так смешно, ребят. Просто ставьте лайк, если вам нравится этот чудик, краснотик, пожиратель. Ой, разрушитель или желторотик, как мы его называем. Да. Точняк, ребят. Просто убийца, машина, зверек, хорек. Кто? Я в районе, братан, в твоем. Ребят, а Никит умеет прятаться, слушайте. А я около большого здания сейчас проезжал, кстати. Кста, Никит, кста, нифига себе, прикольная информация. О, нет! Воу! Вау! Вот воу! Это было. Так смотри, близко братан. Было! Я все здания поломал! Ой, я тут не проеду! Вау! Я что это? Видел. Просто на войне, как будто, ребят! Ладно, я даже перелечу немножко. Смотри сюрприз. Какой? Так, Никит, мне твои сюрпризы, я реально их боюсь. Я просто боюсь. Все, ты там уже придумал. Бу. Бу. Бу! Бу! Вау! Еще одно! В общем, ребят, слушайте, я предлагаю на этой позитивной ноте и закончить сегодняшний ролик. Мы с Никитом реально поугарали на славу, на вот этом вот краснотике, чудике. Поэтому, друзья, не забудьте подписаться на наш канал и, повторюсь, пишите название этому чудику в комментариях. Также, если досмотрели ролик до конца, напишите в комментариях слово краснотик, это будет реально здорово. Ну а с вами сегодня были, как всегда, Уверкус. Не забудьте про колокольчики, про подписки на наш канал, и все ссылки найдете в описании. Всем удачки и пока-пока, друзья! Пока, друзьяшки!